Сейчас я буду готовить пасту из языка. Мне понадобится 50 грамм бекона, 200 грамм языка, 4 зубчика чеснока. Сейчас я нарежу язык и бекон мелким кубиком и порублю чеснок. Воду для пасты. Подсолила ее. Разогреваю сковородку. Наливаю на нее немного оливкового масла. Выкладываю язык и бекон. Быстро обжариваем. Так, засыпаем кипящую воду. 200 грамм. У меня сейчас витки. Варить их надо 5 минут. То есть минуту не доваривая до готовности. Прекрасно обжарился наш язык и бекон. И мы добавляем чеснок и зелень. Аппетитный и ароматный. Так. Ох, чесночок запах. А теперь добавляем 150 миллилитров сливок. Ой, какой аромат. Так. Доводим до кипения. Сливки закипели, мы добавляем отваренные витки. У меня в данном случае. У нас может быть какое угодно макаронное изделие. Так, добавляем витки. Кипящий соус. И провариваем все 1 минуту всего лишь навсего. Посыпаем пармезанчиком. Чего, чтобы жалеть. Все, прекрасные блюда а-ля Италия готово. Приятного аппетита!